Всем большой привет! Сегодня мы поговорим о новой корейской модели KIA EV3, которую сам производитель называет одним из самых эффективных электромобилей на рынке. Утверждается, что этот кроссовер способен проезжать до 605 км на одной зарядке и может с легкостью адаптироваться к любому образу жизни, чтобы стать основным и единственным автомобилем в семье. Новинка уже готовится к своей премьере в Европе. Ожидается, что первые экземпляры появятся у официального дилера уже до конца текущего года. Стоимость кроссовера будет начинаться примерно от 36 тысяч евро и доходить до 48 тысяч, все в зависимости от комплектации и емкости батареи. Если уже говорить о модификации, то пока доступны только две версии. Обе выдают 204 лошадиные силы, а вот их батареи значительно отличаются. В первом случае это 58,3 кВт, а во втором 81,4. В итоге базовый вариант способен проезжать на одной зарядке 436 км, а более дорогая версия внушительная 605 км. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!